Всем привет, у меня смотрит и кто случайно заглянул на мой канал. Посмотрите, какая красота у меня цветет. Цветение варикатных видовых фаленопсисов, которые в дальнейшем будут цвести у меня ветвистыми цветоносами, то есть красивыми водопадами. Первый из них это фаленопсис стюартиана. Посмотрите, какой он красавец. Второй фаленопсис шиллериана. И третий, пока еще не показал свою мордашку, фаленопсис филиппинензе. Очень красивых три фаленопсиса, которые считаются эндемиками Филиппин. То есть произрастают только на территории этой страны, где селятся во влажных лесах эпифитно на ветвях и стволах деревьев на высотах до 450 метров над уровнем моря. Это относится к фаленопсису стюартиане и фаленопсису шиллериане. Фаленопсис филиппинензе же можно встретить на высоте до 1200 метров над уровнем моря. Это говорит нам, что он может выдерживать умеренно теплые температурные режимы по сравнению с остальными двумя видами, которые мы сейчас с вами можем наблюдать на экране. В моем содержании эти орхидеи уже находятся третий год, и это их повторное цветение. С каждым цветением цветоносы увеличиваются на 2 цветка. Единственное, меня постоянно динамит фаленопсис филиппинензе, который уже второй год цветет 2 цветами. Это, конечно, ошибки моего ухода, в которых мне еще придется разобраться. Содержание орхидей в моих условиях благоприятное, в которых температуры не опускаются ниже плюс 15 градусов, даже в зимний период. При этом влажность постоянно находится на отметке 60, 70 и 80%. Также присутствует хороший перепад между дневной и ночной температурой от 5-6 и до 10-11 градусов. Интенсивность освещения в их содержании составляет 15-20 тысяч люкс. Я думаю, что это довольно благоприятные параметры. Полив производится по мере просыхания грунта. Если вы заметили, орхидеи посажены у меня в корзины. Этим нам дает знать, что полив я осуществляю довольно частый. А кстати, фаленопсис стюартиана имеет 2 варианта цветов. Это белый вариант, которые мы сейчас с вами наблюдаем на экране, с варикатными листьями. Есть вариант нобилис, у которого желтые цветы, и посмотрите, однотонный цвет листьев. На первый взгляд не скажешь, что это одна и та же разновидность, только в разных вариантах. Если вы помните, я показывала эту орхидею. Это фаленопсис, который у меня омолаживался. Вот он, пенек. С этого пенька появилась детка, которая в 6-месячном возрасте процвела. В этом году она тоже выдала цветонос. Цветонос был мощный, ветвистый, но, к сожалению, бутоны орхидея сбросила. Я все-таки думаю, причина этому неправильный ее уход. До сих пор орхидея содержалась в зимний период в умеренно теплых температурных режимах при более тусклом освещении по сравнению варикантного варианта, который содержался в теплых температурных режимах при более ярком освещении. На следующий год я попробую в зимний период создать более благоприятные для этой орхидеи условия, поместив ее в теплые температуры при более яркое освещение. И я думаю, что в следующем году мы сможем с вами любоваться не только белым вариантом, но и вариантом нобилис, то есть желтыми цветами. Я заметила, что фаленопсис стюартиана
не славится мощной корневой системой. Посмотрите, этому растению 3 года. У него хорошая корневая система, которая ушла в грунт. Также варигатный вариант, у которого тоже, я бы не сказала, что мощная корневая система. Посмотрите, она есть. Она очень аккуратно простегала корзинку. Но по сравнению с 2 орхидеями, которые находятся с ней рядом, корневая система довольно скудная. Phalaenopsis filipinense имеет, посмотрите, хорошую корневую систему, которая половина ушла в грунт, также снизу простегав корзину. И которая возвышается над корзиной. Посмотрите, какие красивые плоские корешки. Кстати, плоские корешки у всех варикатных видовых орхидеек, которые мы сейчас с вами наблюдаем на экране. Все 3 варианта имеют плоские корни. Единственное, обычный вариант имеет корни округлой формы. Посмотрите, здесь плоский корень. Здесь я уже вам показывала. И также плоские корни имеет Phalaenopsis schaeriana. Посмотрите, какая красота. Гуляя по теплицам и обращая внимание на это прекрасное растение, я в первую очередь разглядывала корневую систему. И вы знаете, у всех орхидей были плоские корешки. Кстати, по этой причине я и завела эту разновидность из-за ее плоских корешков. Еще раз вам покажу, посмотрите, какая красота. С фаленопсисом шерельяна я в этом году испытала небольшие проблемы. Посмотрите, петалии у каждого цветка, они сухие. Сухость появилась, когда я в дневное время открыла балконы и когда стал поступать свежий воздух. Видимо, на этот период орхидея была сухим грунтом. Единственный цветок, который уцелел, который открылся в последнюю очередь, буквально вчера, он целый, посмотрите. Посмотрите, какой он красивый, нежный. Очень красивая разновидность варикатных фаленопсисов. Посмотрите, какие разные варикаты у каждой отдельной разновидности. Phalaenopsis schaeriana имеет окрас змеи. Phalaenopsis filipinense, посмотрите, имеет темный оттенок и равномерный краб. Посмотрите, какая красота. Стюартиана же имеет такой рисунок, как будто на нее прыснули краской. Вроде бы варигатные варианты, а посмотрите, какие красивые разные рисунки. Вот вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Честно говоря, к этим разновидностям у меня пока еще нет опыта. Но хочу сказать, что они очень легкие в содержании. Если, конечно, создать для них благоприятные условия.
Может, через несколько лет, когда эти орхидеи покажут красивые ветвистые соцветия, я смогу с вами поделиться своим мнением. А на данный момент я за ними только наблюдаю. Всем спасибо и пока-пока!